первый раз за полгода решили выйти всей семьей. Как-то так пытались подойти, посмотреть, что будет. Нор, что ты хочешь найти на барахолке, купить себе? Ничего. Ничего? Ты просто с мамой вышла, с папой за компанию, с Амираном? Сколько абонементов стоит вам? Где? В аквариуме. В аквариуме? 1020. Что? Что, ну это ж на месяц, а? Такой год, на месяц. А я Артур говорил, что 1000 лет. Ты шо? Романтик, куда ты идешь? Больше стало торгующих за полгода? Не больше? Так же, как и было? Маску не надо? Нет. А что ты без маски, Роман? А? Короче, чтобы было понятно, уже вся барахолка без масок вообще. Вы видите у кого-то маски? Ни у кого масок нет. Все. Карантин закончился. Им уже просто всем пофиг на карантин. А? А, опять лето, опять ты пришла, да? Таня, я, короче, пошел. Давай, мы тебя догоним. К контейнеру подойдет. А? Или помнишь, просто ходила с собой? Да. Сколько бюстов разных. И Ленина есть бюст, и Сталина. И у нас много дома бюстов Сталина. Ну я сейчас посмотреть хочу картины. 1000 гривен комплект, Таня. Все, что есть. Я понял. Сейчас я посмотрю. 900. Ну, сейчас надо посмотреть, и что не. Сколько их штук? Я не считал. Давай за 700 я сейчас заберу. У меня просто не хватает, я не правду. Сейчас, секунду, туда подождите, я позвоню. Ты сейчас будешь забирать? Да, конечно. Я же деньги дома оставила. У тебя есть деньги? У тебя вообще нету с собой. И серьезно, я не брала сумку. Сейчас я посчитаю, сколько у меня денег. Ну, я дам тебе. За 700, если отдашь, я дам. Контейнер сейчас 500. Ну, стоит 200, 700. Так что вот так вот, не ходите на барахолку без денег. Как пошла без денег на барахолку, так обязательно что-то хорошее продавалось. Заверни. Ой, аккуратно. Таня, постой, сейчас я принесу деньги. Окей. Сейчас мы в тень встанем. Смотрите, какие огромные медные какие-то ведра или чаны. Вот это жесть. Вы поняли, вот это вот где-то метр в высоту. Ну, а расстань рядом с этими ведрами, чтобы было понятно, какие они гигантские. Это да. Вот так вот, лучше брать с собой деньги, потому что всегда, когда я выхожу на барахолку без денег, обязательно что-то будет хорошее. Это закон. Ты видела? Да. Я в шоке. Как они залежали, я не знаю. Да, потому что все на клубе. Пока все на клубе, да. Можно купить шедевры. Кстати, всегда, когда я без денег выхожу, что-то бывает. Когда я беру с собой пачку денег, ничего вообще. Ходите без денег, но всегда знаете, где их добыть. Всегда надо быть деньги. Ну, здесь дилемма. Можно иметь деньги на карте. У меня на карте есть, но надо идти в рост.
5 гривен. А что? Чего мы покупали? Да. Нет, тур, наверное, скоро посмотрим. Ну, пойдем домой тогда, вот там. Сейчас погуляем по барахолке. Пойдем домой, не переживай. Я скажу, алло, я работаю. У меня тут спит кое-кто. У меня тут кое-кто спит. Начинается солнце. А? Можешь ключи положить в пакет? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да прострелила, прикинь. Я обалдел, конечно. Ты рад? Я клянусь, я хотел. Я вот дней 5 назад загадывал. Я не знаю, чтоб попались картины, но именно хороших, нормальных художников такие. Что тут нового у тебя? Икона новая. Да, там и паук был гигантский. Конечно, уже сколько времени прошло, конечно, сдох. Это комплект эстампов из 12 портретов. Шедевр. Да. Я тебе скажу, что крайне редко такое встречается. Ого, 32 рубля цена. Это по тем временам. Это дофига. Это очень много. 1980 по 86 делали. Это вообще большая цена для таких. Артикул, да, 39. И тем более их уже не сохранилось. Ну, представь себе, эстампы на барахолке попадаются очень редко. Эстампы, это и полный комплект эстампов, да. 12 портретов, это с ума сойти можно. Все же авторские. Большая, да. А их делал один художник или несколько разные, участвовал? Разные художники? Разные, да, тут написано. Ну, такой комплект сразу, ну, прикольно. Дерегус, сирота, да. Левин. Эфроимсон, Левин, Герегус, Левин, короче, сирота, Левин, Герегус и Эфроимсон. А, еще Выхованчик, Выхованчук.